Всем привет, ребята, с вами Ярослав. Сегодня мы поиграем в игрушку Амикас. Ой, кажется, реактор. Нужно починить. Это новая карта. Я думаю, вы давным-давно ее знаете, но кажется, я что-то не починю. Ой-ой-ой. Ладно. Дело в том, что я уже сделал аккаунт. И вы спросите, как? Я в плеймаркете был... мне в плеймаркете был аккаунт, и вот я вот так сделал как. Я буду серым. Компания серого принимает. Господи, как долго загружается. Я член экипажа, я не предатель. О, грузовой отсек. Что? Это вообще где я нахожусь? Вы можете там думать что угодно, но где я нахожусь? Это капец. А, это возле туалета, то есть. Офигеть. Синий, ты ничего там? Не убивай меня. Так, уже розовый, желтый, синий, красный. Да, ёпта. Кстати, они, когда выходишь, они меняются. Да, меняются. Так, теперь надо там. Кстати, знаю, что здесь, если у вас аккаунт есть, скажите свои ники, я с вами поиграю с подписчиками. А, возможно, я в Инстаграме некоторому скину приглашение, и мы будем с вами играть. Вы, наверное, не будете внимательно смотреть ролики. Это пипец какой будет. Подписывайтесь на мой Инстаграм, я в конце ролика покажу, что-то у меня... Я там тоже выкладываю музыки, только сейчас у меня там очень плохое видео, надо его удалить. Так, Красная. Опять красная, почему меня убивают? Вот скажите мне, я уже в Амука сколько играю, а меня убивают? Так, знаете вы... Да. Как мне это сделать? А. Вот так. Ай. Ну да. А. Меня кикнул сервер. Ладно. Давай загружайся, давай. Предатель. Заходим к предателю. Ой, здесь три предателя. Вот это вот будет сложно, реально. А тут скорость 3x. Блин. Ладно, сейчас поиграем. Поиграем. Но успокойнее, то что это может быть не у предателей. И кто я? Член экипажа. Ну, знаете, карцер. Знаете, вот здесь вот в этой игре теперь за предателя нормально не поиграешь. Это вот странно. Я вот раньше попытался предать, сейчас нет. Почему так? Ладно, сейчас будем выполнять задание по посылку. Ай, где вот 4? А, для входа мне нужно вести камеру? Ой. Раз. Принято, спасибо. Хорошо. Опять, что ли? Принято, спасибо. Я открыл. Что дальше? Опять? Ой. Как это возможно? Ну, скажите мне, вот... Как возможно так, чтобы
кого-то убивали сразу и все. Типа узнавают все, кто был предателем. Это жесть какая-то. О, COVID-19. Это моя болезнь. Я много болел. Ну, на самом деле, да, я много болел. А я еще и в январе болел. 18 января. Ладно. Хватит по болезни говорить. Мы сейчас будем играть очень страшную игру. Если ты знаешь, как... Не знаю, кто говорит. Господи. На моих глазах только что посветило, как солнце. А у меня даже очков нету солнечных. Сашка, Саша, Саша. Опа, фиолетовый. Так, не убивай. Так, я ухожу с... Ой. Ага, я что думал. Там другие, этот, вроде бы... Принято, спасибо. Так, здесь открыто. А у меня здесь что? А, здесь нет света, смотрите, а. Здесь нету света, это значит темная комната. То есть там нет света. Нету ничего, нету. Это что? Это что? Да почти. Выход. Да выходи, все, пока, блин. Давай загружай. Так. Кому зайти? Давай к этому. Самый первый. И, кстати, стандартная карта. Ага. Понял. Большое спасибо. Давай вот это. Я не знаю, это на втором месте и ищи карта новая. Заходи. А чё он не заходит, ребят? Вы знаете? Я вот не знаю. Ладно, давай, где мало людей. Всё, я же стою, так. Блин, если бы ещё вам в кассе показывалось, какие ещё люди есть. Там розовый, синий, коричневый, красный. И там ники были. Людей. Так. Ну все понятно, как бы они тут играли, а потом... Да. А у меня есть вопрос. Почему? У них английские ники, они что, США, Соединенные Штаты Америки? Это Соединенные Штаты... Подожди. Подожди-ка, английский есть в Южной Америке, а в Азии вроде тоже, или что-то, или в Азии тоже. У меня есть идея, вот сейчас. Давайте зайдем к другим, но не у русских языков. Какой же, это будет... Супер сложно, вы должны посмотреть, как. Давайте это зажмем. Это будет капец. Я вам отвечаю, это будет капец. Капец, как можно было, как сложно угадать, как этот, как бы такое. Посмотрите. Но я один русский, здесь нет русских. Понимаете, нет русских, только на этих языках, блин. Ну, арабского, ну, жалко, здесь арабского нету. Архив, давай. Так, ну, жалко, то, что архива нет. О, блин, у меня зарядка садится. Спасибо. Так, где у нас это задание? Так, раз. Черный, не убивай меня. А ты почему? Да почему? Когда я куда-то захожу, меня убивают, при том, то я ничего не сделал. Сейчас смотрите, они будут... Старт. А.
Так. Чё, на каком языке? Что-то я не понял. И чё? Здесь и есть русский, и дети так тук. Есть, есть. В общем, я за белого проговорил. Я же не могу поснять. Ну давайте, кого выкинете? О, черного выкину. Значит, да. Давай. Посмотрим, предатели. Чё? То есть, когда мы угадываем предателя, такая сразу добрая музыка? Серьёзно? Серьёзно? Как её, блин? О, прости. Так. Ой, кажется, топливо заканчивается, надо быстрее... Что-то я не понял, а как это задание решать? Это как делается? А как это делается? Объясните мне, пожалуйста, что у меня ломает? Что у меня по заданиям? Вот я сейчас в какой комнате? А это непонятно в какой. Близко с... Ну давайте голосуйте. Вы точно угадаете того предателя? Предателя. Все, мы победили. Все, выходи, давай, выходи, все. Так. Это конец видео. Сейчас я вам покажу мой инстаграм. Где мой инстаграм? Вот. Заходите, подписывайтесь. Так. Я подписан на FunnyGamesTV. Ну чего, пишите 777. И вот это вот все. Вот это я удаляю. Как это... В общем, не смотрите этот ролик, он... Это YouTube. Значит, вот мой Instagram. Тут один подписчик. Ну, да. В общем, пишите в комментариях. И чего? И подписывайтесь на мой Instagram. Ну, с вами был я, Слав. Всем пока. Комментируйте этот ролик. И, наверное... Поставьте лайки. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Пока. Мы набираем 100 подписчиков. Давайте. И мы набираем на инстаграме 1000 подписчиков.